В 2019 году административной комиссией Десногорска проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 234 протокола об административных правонарушениях. Большинство из них были по статьям о нарушении тишины в ночное время и невыполнению норм благоустройства, к чему относится и парковка в неотведенных для этого местах. Был назначен административный штраф в виде наказания по 189 протоколам. Общая сумма наказания составила 1 миллион 808 тысяч рублей. Также 25 декабря были рассмотрены очередные административные протоколы. Из 18 нарушителей заседание посетили 8 человек. В предновогоднюю пору некоторые десногорцы продолжают неуважительно относиться к покою соседей в ночное время. По соответствующей статье было представлено 6 протоколов. Невыполнение требований, установленных нормативными актами, влечет наложение административного штрафа на граждан от 3 до 5, минимально 3, максимально 5, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 300 до 500. Кроме этого, было рассмотрено 12 протоколов о нарушении норм благоустройства территории. Большинство случаев – парковка автомобиля на газоне или в пешеходной зоне. Предупреждения от соседей не было никакого. Сразу же приехал. Соседи не должны предупреждать, они еще будут ходить по дому и стучаться во все двери полвторого ночи, а потом нарваться на какой-то, хорошо, что вы девушка там, хрупкая там и так далее. А если там компания с ножами, с топорами выйдут и встретят, и потом еще, не дай бог, дойдет до преступления. По 11 из 18 протоколов было решено назначить штрафы от 1 до 5 тысяч рублей. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.